I need a second to take a breath to keep me guessing with what you said. You're in my head. We're under pressure, we're sinking deep like stormy weather. Can't seem to breathe when you're with me. Девчонки, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. На днях у Златки будет день рождения, ей исполнится 2 годика, и я готовлюсь активно к этому событию. Да, у меня снова будет тортик, и я заказала вот таких вот куколок Лол. Это печать на сахарной бумаге, все то же самое, что я делала для Даши. Картинки я печатала также в магазине Bake Store, уже вам про них рассказывала. Печать снова отличная. Да, делаю пряники. Для начала все вырезаю. Затем нанесу картинку на кондитерский гель от фирмы Top Decor. На айсинг весь процесс подробно я вам показывала в прошлый раз, поэтому сегодня я вас так сильно грузить не буду. Кому интересно, забегайте в видео с подготовкой к Дашиному дню рождения, оставлю для вас напоминалочку. Там я подробненько все показывала, как я готовила эти пряники, как я клеила. В общем, да, весь подробный процесс там. Идем со Златиком гулять. Да, Златыч? Пошли гулять? Пошли? Пойдем. Пойдем. Сейчас, уходи. Ой, мам, забыла вчера обувь помыла. Забыла ее забрать. Да? Надо сегодня будет убрать. Красота. На улице хорошо. В принципе, тепло. Очень спокойненько, ветра нет. Да, Злат? Злат, пойдем малину посмотрим. Может, еще сегодня парочку ягодок тебе найдем. А может и побольше. Вот. Нам там соседи отдали песочницу. Сейчас с вами пойдем посмотрим. Приведем ее в порядок. И, в общем, может вообще пойдет. Или на первое время. Потому что мы планировали только весной заняться этим вопросом. А Златке очень нравится играть в песочнице. Так что отлично. Очень-очень вовремя. Пойдемте, я вам покажу нашу бытовку, где Васька там вовсю колдует. Пойдемте, покажу. Ой, Злат, давай, отходи. Ку-ку. О, какая красота у нас тут уже нарисовалась. Эть, пойдем. Пойдем. А то сейчас ты поможешь папе, я чувствую. Эть. Злата. Дедушка там у нас. Влад, пойдем песочницу смотреть. Дедушке побежала. Пойдемте посмотрим песочницу. Ну, вот такая классическая деревянная. Ну, отлично вообще. Подкрасим, подделаем. И на первое время отлично. Вообще шикарно. Владик, бытовка. Серенькая уже. Будут еще наличники беленькие. Златик. Златик. Стой. Ну иди, оцени. Как тебе? Смотри, какая. Нравится? Ой, спасибо, скажи. Да. Иди. Так, нельзя. Нет, там папа красит, туда нельзя. У кого нос течет? Тихо-тить.
Хитрая папка. Ой, вставай. Видите, все пределы нашего участка. Там просто невозможно забрать. Папа вовсю красит. В общем, да. Наличники, уголки там крашеные лежат. В общем, не айс гулять сейчас. Там пойдемте погуляем. Мы здесь посмотрим, покажем вам окрестности наши. Ой, пойдем, пойдем. Здесь собачки, ты знаешь, да? Собачки здесь. Отдай. Спят, наверное, собачки. Спят собачки? Да? Спят собачки. Такое вот еще здесь. Такая вот у нас здесь дорожка. Там собачка тоже. Пусти, как сидит. Есть домик. В общем, так хорошо. До дороги еще далеко. Красота, да, Златусь? Тебе нравится? Найдите, котик. Котик, котик, котик. Ну, сейчас немножко погуляем, уложу ее, и мы поедем с Дашиком в Валберес. Там пришло платье. Дашеньке надо померить, к свадьбе готовимся, на котором мы поедем в скором времени в Минск. В общем, да. Попозже расскажу вам подробности. Как-то я вам уже упоминала про эту свадьбу. В общем, еще немножечко расскажу. Да, Златусь? Так, чего там такое? Душит тебя? Здесь все нормально должно быть. Привет. Завтра у Златика день рождения, ей исполнится 2 годика. У нас будут гости, я вам показывала уже вот эту скатерть. Вот, и из нее я планирую сделать дорожки, как я уже говорила. А сейчас я хочу понять, определиться, как я буду ее резать. То есть она размером 150 на 180, то есть либо я буду вдоль, либо поперек резать, в общем, вот. А, да, просто дорожки в среднем где-то 50 сантиметров шириной. Мне бы хотелось, конечно, чтобы дорожка была в длину 180. Тогда на этот стол она идеально ложится. Сейчас скатерть у меня лежит на столе в длину 150 и в ширину 180. И я приняла решение, что резать я ее буду в ширину. Покраиваю дорожки размером 150 на 55, оставив 5 сантиметров на подгибку и оставляю небольшой запас на всякий случай, вдруг при стирке все-таки они подтянут. А также хочу вам сказать, что мне очень понравился вариант шить дорожки из скатерти, потому что у нас, считайте, с вами уже есть 4 обработанных края. То есть, когда я шила дорожки, я их выкроила таким образом, что мне нужно было подшивать у одной дорожки 2 стороны, а у 2 других только по 1 стороне. То есть, работа на самом деле минимум, а по цене получается намного интереснее. Конечно, все зависит от того, за сколько вы купили саму скатерть, но все-таки шить именно из скатерти, а не из ткани, мне понравилось намного больше. Поэтому советую вам взять такой вариант на заметку. На этом я хочу с вами попрощаться. В следующем видео я обязательно вам покажу, как пошел наш праздник, покажу праздничный тортик. В общем, давайте прощаться. Мы увидимся с вами очень скоро в моем новом видео. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поддержать меня пальчиком вверх, оставляйте свои комментарии. И всем пока-пока.